Приветствую, вы на канале Днепр.М, и в этом видео мы будем делать такие необычные вазончики. Советую сразу подписаться на канал и поставить колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. Итак, для таких вазончиков нам понадобятся такие кубики 10 на 10 на 10. Мы нарезали их из бруса, дрель с пером на подставке и рубанок тоже на подставке, чтобы получился фуганок. Ну а теперь к работе.